Добрый вечер. Это универмаг. Я когда-то делал тут ролик, видео. Я вижу, с каждым годом мой город потихонечку такое положение в городе. Есть, конечно, страшно ходить. А тут когда-то была парикмахерская и баня. Ну, это было очень давно. Это вот то, что... Это было... Значит, здесь у нас сейчас Загорожина. Пойдемте чуть-чуть. Двор этот покажу. Это двор по улице Петровского. Тут тоже идти невозможно. Вот. Вы видите все своими сейчас глазами. Я покажу просто, мы как шли. Смотрите. Это страшно, что в городе. У нас очень многие в городе ездят на заработки. Очень много людей в городе отсутствует. А вот то видео, которое я снимал, я чуть-чуть попозже вам опубликую. Но тут заросли. Вы сами видите. Город не убирается. Газоны в таком запущении. Что будет дальше, посмотрим. Спасибо вам. Сегодня у нас 17 мая 2022 года.